Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики канала Дмитрий из Орла. В начале ролика хочу поблагодарить того человека, кто мне сегодня пополнил баланс моего сотового телефона 8 920 889 20 на услуги связи, звонки, смс, интернет. Утром пришел платеж. Спасибо, что поддержите мое творчество. Желаю вам здоровья, хорошего настроения. Благодарю за финансовую поддержку. А нахожусь я на территории больницы областной имени Мопра. Навещали родственницу, которая попала сюда из-за перебоев в работе с сердцем. Очень красиво. Рябина, снег. Видите, грозди рябины в снегу. Замечательно. Также здесь храм находится. По-моему, Луки Крымского. Я уже обозревал его как-то, показывал. Но вот в снегу, так сказать, природа. Это особый колорит, особая атмосфера здесь. В больнице мне все понравилось. За больными хороший присмотр. Все в палатах чисто. Постоянно работают уборщицы. Моют пол в постоянном режиме. Охрана хорошая. Кого не надо, не пропускают. Вот, что еще сказать? Ну, такое маленькое, так сказать, замечание, что посещение больных по воскресеньям до часу. То есть после часа уже сложно уже. Поэтому, если кто-то в воскресенье захочет больных своих посетить, родственников, знакомых, лучше это делать до часу дня. Светите, лючи лука, молите на Бога о нас. Вот такой храм. А это здание, которое ремонтируется, так называемый, ну, скажу так, многофункциональный медицинский центр. Там у нас Бульвар Победы. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. И будьте здоровы. До новых встреч.